Работы по благоустройству ведутся в парке имени 777-летия Нижнего Новгорода. Парк был открыт в 2000 году, с тех пор ремонта там не было. В этом году ремонт делается в рамках программы формирования комфортной городской среды. Мы очень рады, что наконец-таки добралась до него очередь, что будет модернизация его, демонтаж старого покрытия дорожек, потому что с детьми хожу здесь регулярно. И мы ездим на самокатах, и было это невозможно. Разделение пешеходной дороги и велосипедной. Так как я люблю кататься на велосипеде, хотелось, чтобы именно была качественная велосипедная дорога. И также беговая дорожка возле озера. Территория парка у нас планируется, конечно, как всем жителям, особенно молодым мамам с детьми, это детская площадка, которая здесь был большой городок. Мы его обследовали, сделали некое экспертное заключение, определили аварийные элементы, которые мы полностью убираем, определили те элементы, которые мы можем восстановить. То есть это тоже порядка 60% существующих, даже больше. Мы их восстановим и также установим новые элементы. Это такие, как такие встроенные батуты, карусельки, качели. Для жителей, которые приедут там, на самокатах, на велосипедах, там будет предусмотрено велопарковки, чтобы по территории их нигде были разбросаны. Очень большое внимание уделится озеленению. Будет высажено порядка более 1000 кустарников с деревьями. Тоже большой объем.